Девочки, ко мне пришла посылочка из Иваново, дом Трик. Очень хорошо так запаковано. И что же там я назаказывала? Я заказала там и себе, и дочке, и внуку кое-что. Ну, сейчас распакую и буду вам показывать. Всем привет, мои хорошие! Наконец-то я распаковала эту упаковочку. И сейчас мы будем смотреть, что же мне там пришло из Иваново. Я люблю ивановский текстиль. Я люблю текстиль для дома, халатики, туники, там костюмчики домашние. И вот сейчас я сделала такой заказик, который хочу вам показать. Ну, первое, что вы видите, это на мне халат. Халат из велюра. Очень такой симпатичный, очень приятный. И я его одела, в нем буду сниматься. Ну и вам, естественно, я его продемонстрирую, покручусь. Посмотрите, как он выглядит во весь рост. Мне нравится, что здесь есть кармашки. Мне нравится, что здесь рукав не длинный, не короткий. Вот как раз, чтобы было не холодно. И в то же время, вот если я, допустим, там что-то делаю, готовлю, у меня не будут руки здесь рукава мочиться. А длина здесь идет как раз-таки такая хорошая. Вот она не длинная, не короткая. Как раз та длина, которую я люблю. Это как раз вот халатик, то, что мне понравился и то, что мне вот прямо в самый раз. Еще здесь есть кармашки, халатик на молнии, что удобно его быстренько снять, одеть. Он такой тепленький, велюровый. И я вам сейчас скажу, сколько стоит этот халатик. Халат стоит 751 рубль, и это у меня 52 размер. Но халат называется велюр на молнии Дебора розовая. Но я вам хочу сказать, так как вот у меня сейчас вес непонятно какой, я то поправляюсь, то худею. Вообще мой родной как бы такой размер — это 52. Некоторые вещи, которые мне захотелось немножко попросторнее, я заказывала 54. Но размеры там есть разные. В общем-то, вы можете выбирать на свой вкус. Ну, 52 размер, вот вы увидите, он как на мне сидит. В общем, как раз то, что нужно. Ну, давайте смотреть дальше. Что же у нас дальше? Туника женская кулирка, 52 размер. Это я заказала себе. Ну, розовый цвет мой любимый. И у меня очень много вещей вот именно такого цвета. Ну, я и другие цвета иногда заказываю. Но на розовом почему-то у меня глаз останавливается, и все. И я его хочу уже. 382 рубля, 52 размер. Давайте распакуем, посмотрим. Да, что еще я вам хочу сказать, девочки? Ну, во-первых, мало того, что когда пришла посылочка, она вся аккуратненько запакована, прям вот все сложено аккуратненько. И вот здесь на каждом изделии есть вот такая вот бирочка, на которой написан размер, название, штрих-код и вот дом Трик. Вот такая вот бирочка. То есть очень даже такое вот солидное такое оформление. Ровные швы, все аккуратненько прострочено. Мне нравится. Это кулирка. Я люблю трикотаж домашний. Кулирка — это вот такая мягкая ткань, нежная. Ну и вот она такая просторненькая, идет с кармашками. Ну вот я одену, и вы ее посмотрите. Вот следующее изделие. Халат женский Александра, 52 размер. Стоит 456 рублей. Сейчас мы ее посмотрим. Этот халат из кулирки, он на молнии. Ну,
вот такой вот расцветочки. И мне нравится летом без рукава. Я специально заказала вот такой вот еще и без рукава. Потому что когда прохладно, рукавчик нужен. А когда жарко, то чтобы все тут тело дышало хорошо. Ну, очень люблю кулирку. Очень такая мягкая ткань, приятная. Карманчики есть на молнии. Здесь есть еще вот такие вот как бы выточки. Ну, в общем, посмотрите, как она смотрится. Низ вот такой вот, он не ровно, а специально сделан вот так вот. Как рубашки делают, знаете, некоторые. Все края очень хорошо обстрочены, все очень аккуратненько сделано. Мне нравится, качество хорошее. Дальше что у нас? Сорочка женская, футер-начес. Это тепленькая, я люблю тепленькие, когда холодно. Взяла на размер побольше, 54 размер. Стоит 406 рублей. Сейчас откроем, посмотрим. Чудесно. Я взяла специально размерчик побольше, чтобы она была просторная. Сорочки вообще я люблю просторные. И вот она такая с начесиком внутри. Она тепленькая, такая как фланелечка. И цвет такой приятный вообще, просто чудненько. Ну, вот такая вот сорочечка с длинным рукавом. Рисуночек на ней такой ненавязчивый рисуночек. Я смотрю везде, осматриваю строчки. Я сама тоже швею работала. Строчечки все ровненькие, все аккуратненько прошито. Видите, да? В общем, такая вот приятненькая, ой, нежненькая. И такой персиковый цвет, вот прямо любимый мой, я не могу. Люблю такой цвет, он мне радует глаз. Дальше у нас платье женская кулирка, 52 размер, 468 рублей, это индиго. И мы сейчас посмотрим, что это за платьечко. Ну, вот это я взяла тоже, вот оно как туника, платьечко, да, оно с таким вот коротким рукавом. То есть это когда ни жарко, ни холодно, ну, в общем, плечико хотелось бы, чтобы было прикрыто. Это кулирка, трикотаж такой мягкий, очень хороший. И вот это платьечко, оно удлиненное. Я взяла специально удлиненное. Я люблю по дому в таких вещах ходить. Одно у меня есть дома, у меня лежит. А второе будет здесь еще. Такое вот удлиненное домашнее платьечко. Ну и тут такие внутренние кармашки есть еще. Кармашечками. Это такой вот любимый домашний вариант у меня теперь будет. Платье называется Naomi Indigo, 468 рублей стоит, но я уже сказала, кажется, и уже, наверное, повторяюсь. В общем, оденем, посмотрим. Что же у меня дальше? Ай, столько вещей я себе классно заказала. Я просто уже в предвкушении все это одеть, поносить и прям померить хочется. Халат женский, кулирка, Влада 2, брусника, на молнии, кулирка, тоже кулирка. Стоит 443 рубля, 52 размер. Ну и сейчас откроем. Дочка говорит, похоже на то, что сейчас на мне. Но эта кулирка, это легкая, а это тепленькая, это велюр. Ну, вот видите, значит, я вот люблю вот такую расцветочку, и я вот просто вижу ее и на ней останавливаюсь. Ну вот,
Вот такой, вот такой вот расцветочки халатик, он на молнии, он с кармашками идет. Люблю с кармашками. И вот такой вот коротенький рукавчик, как раз вот то, что нужно, когда прикрыто плечико, но не длинный и не короткий рукав. Размер 52, но я все-таки вижу халатик просторненький, это как раз вот то, что нужно по дому бегать, ходить в таком приятной, приятная ткань, кулирочка моя любимая. Кулирочка моя любимая. Ну, расцветочка мне нравится, вот такая вот симпатичная. Везде бирочки вот эти прям приятненько. Такие вот хорошенькие бирочки. Все очень все красиво, цивильно все упаковано. Ну, что дальше у нас идет? Дальше идет костюмчик домашний. Ну, это, в общем-то, пижама с брючками. Называется Соня. Я пижамку заказываю обычно на размер больше, чтобы она была попросторнее. Это 54 размер. И стоит 554 рубля. Сейчас распакуем и посмотрим. Ну, как же я без розового цвета? Я ж не могу. Ну, вот, ну, не могу без розового никак. Так. Ой, какая она симпатичная. Смотрите, здесь на рукавчике вот такая вот, как планочка сделана. Ну, вверху, видите, ставочка коричневая и брючки такого цвета. Дальше она идет розовая. Тут тоже отделочка на кармашке. Вот такой вот бантик тоже, как идет коричневый. Ну, бордовый, сказать, точнее, бордовый. Вот, ну, я вижу, она просторная. Вот эта вот верхняя часть, как кофточка, да? Просторненькая, рукав 3/4 идет, ну такая пижамка симпатичная, и брючки на резиночке, внизу идут они на манжетике, внизу такой манжетик, не резинка, а просто манжетик, и брючки я вижу просторненькие, очень такая нежная ткань, кулирочка моя, прямо прелесть, моя любимая, прям не терпится одеть и продемонстрировать. Здесь наверху идет вшитая резиночка, но довольно просторная. Я думаю, она не должна давить. Вот я не люблю, когда давят, но она, похоже, просторная, вот я вижу. Посмотрим. Симпатичный костюмчик такой, прямо классный. И мне такой нравится даже. И дочке нравится такой даже. Тоже хочет. Ну и тебе будет потом, значит. Так, что еще я себе заказала? Это такая футболка женская, 52 размер. И тоже расцветка бордо, опять сочетание цветов, мое любимое. Ну как я без него? Не могу, не могу. Так, сколько стоит эта футболка? Футболочка стоит 170 рублей. Размер 52. Посмотрим. Футболочка однотонная. Это трикотаж, это кулирочка. И, кстати, очень такая вот прям... мягкая кулирочка, знаете, прям как гладкая такая. Ну, классно, классно. Ну, в общем, любимая моя расцветка. Никуда я от этой расцветки убежать не могу. Никак. Вот. Вот такая вот футболочка.
Девочки, хочу я вам сказать, вот я подсматриваю цены на такой вот накладной, что мне прям нравится. Во-первых, накладная, она вся в файлике, все очень оформлено хорошо, прямо здоровско. Дом 3, прям очень-очень достойно, вот так скажу. Ну что, давайте же приступим к рассмотрению теперь подарочков. Я еще взяла подарочки там дочке что-то, внуку. Ну, сейчас посмотрим, что. Так, дочке не терпится посмотреть костюм-кулирка с брюками Мэри. 44 размер взяли, потому что тоже надо, чтобы она была не впритык, а прям посвободнее. Так, и сколько стоит это у нас костюмчик? Это Мэри. 566 рублей. Дочка вот тут уже сидит рядом, уже ручки потирает. Это мой, что ли? Открываем, девочки. Я уже забыла, что заказывала. Вот, такие вот брючки у нее. Внизу они просто обшиты, без манжетика. Вверху идет резиночка, вшитая резиночка. Ну, такие вот современные брючки в клеточку. Так, дальше смотрим. И вот такая вот идет футболочка, отделочка идет в клеточку с ромашечкой, короткий рукавчик. В общем, 44 размер. Это ну, чтобы подстать маме я была, похожа на нее. Да. Ну а что, дома вот в костюмчике домашнем очень даже удобненько, уютненько ходить. Ну что, дадим ей померить, пусть она нам покажет, как это на ней сидит. Да? Да. Держи. Единственное, что мне кажется, что здесь будет туговата мне резинка. Хоть это и 44 размер, я вот вижу, что она какая-то туговатая. Ну, оденем и узнаем тогда, да? Да. Все, иди одевай, и мы посмотрим, как это на тебе выглядит. Держи. Да. А вот еще дочка выбрала себе уже такую вот современную, как рубашку. Посмотрим, что это за вещь. Написано «Халат женский кулирка Герда, 46 размер». Это просторная такая вещь носится. Стоит 517 рублей. Откроем, посмотрим, что там за вещь. Вот такая вот длинная рубашка современная. Вот такие вот носят. Да, она в клеточку, на пуговичках. Симпатичная такая расцветочка идет в клеточку. Так, и у нас рукав идет три четверти. Здесь идет воротничок, но ткань — это кулирка, это трикотаж, ткань мягкая, поэтому вообще это как раз то, что она любит. Ну, тоже хотелось бы посмотреть, как на ней будет смотреться. Я думаю, я выбрала ее клеточка. Ну, почему 46-й? Потому что я люблю оверсайз. И я взяла клеточку, потому что клеточка актуальна. И, в принципе, если поменять пуговички, пуговички просто такие более домашние вариант выглядят, но если поменять пуговички, то ее можно носить на выход и очень классно сочетать современно с вещами какими-то. В общем, надо померить. Но да, мне для дома нравится. А смотрите сбоку, вот не просто вырез, а вот так вот сделано. А, такое даже, какое-то интересное. Да? Слушай, ну интересно посмотреть, как она на тебе будет сидеть. Ну давай, померю. Ну иди мерить. Еще заказала я две футболочки внуку. Он в садик ходит, постоянно пачкается. Каждый день ему надо новую футболочку. Смотрите, значит, заказали мы футболочку 28 размера одну и 28 размера другую. Ну вот это у нас... Его прям размер. Да, это его размер. Как раз вот сейчас ему носить.
Такая мягкая ткань, это кулирка, опять-таки трикотажик. Она однотонная. Вот такая футболочка стоит. Эта футболочка стоит 62 рубля всего. И вот мы взяли такую одну, а взяли другую еще немножко другого цвета. Сейчас покажу. Вторая футболочка тоже 28 размера. Это называется индиго. Она чуть-чуть идет длиннее, подлиннее, по-моему, чем та. Чуть-чуть побольше, кажется. Кажется, чуть-чуть побольше, хотя размер тоже 28. Но на вырост лучше на вырост, чем маленькая. Ну да, доча говорит, лучше на вырост, чем маленькая. А это сколько? 87. А это стоит 87 рублей. Но я вам хочу сказать, для детских футболок, вот какие в магазине цены и какие здесь, здесь намного ниже. И очень-очень хорошая ткань, тут действительно без всякой добавки, а именно идет прямо чистый трикотаж, чистый хлопок. Вот, но это прямо здорово, что мы взяли. Так, ну из вещей еще я взяла уже сыну футболочку, мне захотелось ему взять футболочку. Думали, гадали 54-56, думаю, лучше 56 пускай будет. Ну, лучше она будет попросторнее, чем она будет давить. Но сын сказал, можно 54, можно 56. Ну, в общем, 56. Расцветочку выбирала я, открывала. Дочка выбирала расцветочку, это цвет индиго. Сколько стоит? Стоит 345 рублей. Короткий рукавчик. Ну, сын у меня большой. И думаю, что этот размер ему будет то, что нужно. Да. Но я смотрю, такая вот как-то современная, да, вот эта вот штука. Да, написано Original Brand, Graded Goods, Blue Jeans, Raw Denim, San Francisco, Manufacture, California. Прочитать. Все решила прочитать. Я думаю, что сыну понравится футболка, мне она нравится. И, кстати, этот цвет ему идет. Мне нравится, когда на нем такие вот вещи такого цвета, они как-то с его глазами сочетаются. Вот. Ну и очень такая, естественно, приятная ткань. Очень приятная ткань. Сынок, носи на здоровье. В следующем заказе племянницы и для Наташи, для невестки тоже подарочки. Да. А внучки и о невестке я не забыла. Заказик в пути. И еще, девочки, заказала я три полотенчика. Одно полотенчико для кухни. На кухне люблю, когда новые полотенца появляются, потому что ну, там они очень часто, в общем-то, руки постоянно вытирать приходится. И я заказала вот такой чайный стол, как бы нарисован чаепитие. Да? Это махровое полотенчико. Оно такое вот приятное. Размерчик, то, что нужно как раз. Я его раз там в ручку продела или повесила на ручку, например, духовки. Она висит, красивенько смотрится. Вот такое свеженькое полотенчико для кухни приобрела. Девочки, кухонное полотенце размером 33x74. Стоит оно 150 рублей всего. И еще я заказала два махровых полотенца размером 45x90. Вот это размер, вот это полотенчико Сакура стоит 300 рублей. Такой вот цвет. Опять-таки мой любимый, приятный. Вот тут цветочек сакуры, видите. А остальное оно однотонное идет. Вот мне нравится, приятное махровое полотенце, очень хорошее. Ну и второе полотенце стоит 310 рублей, цены почти одинаковые. Оно вот здесь вот прошитое. Видите, да, здесь как прошито, так приятненько. Такой вот, такая вот каемочка хорошая. Нарисован цветочек с одной стороны. Ну и с другой стороны ничего не нарисовано, полосатенькое. И очень, кстати, я вам скажу, такой вот, знаете, набивка махры очень такая комфортная. Я бы сказала, вот не жидкая и не сильно плотная, а вот такая средняя, как раз вот нежная. Вот такой, такие как раз таки полотенчики я люблю. Я угадала, в общем-то, брала, честно говоря, ну, не зная, как бы какое оно там будет, но я угадала то, что нужно. Вот все полотенца прям то, что нужно взяла, мне нравится. Девочки, кому понравилось изделие из вот этого интернет-магазина, Дом Трик называется, домашний трикотаж, ссылочку я оставлю внизу в описании. Заходите, выбирайте себе классные вещи и себе, и на подарочки. Качество хорошее и цены очень даже такие вот лояльные, я бы сказала. Ну вот и все мои покупочки. На этом я свое видео хочу закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч! Пока-пока!